Ну, здорово, чуваки. Я решил, что буду снимать влог сегодня. Начну снимать сегодня влог. Вот. Вначале я начал говорить на английском, но потом мы с Лёхой подумали, что... Ну да, мы подумали, что как бы русский язык слишком полон мата, поэтому будет немножко интереснее разговаривать на русском. Вот. Скажи привет, Лёх. Да, ну мы, короче, собрались ехать на Эрвип и разъебывать там всех. Ну или нет, но там как получится. Но все равно Доминик по-английски говорит. Да-да-да, там все по-английски говорят, поэтому хуй вот, значит, там будет. Вот. Ну, в общем, надеюсь, вам понравится это дерьмо. И что я могу сказать? Лёха решил что-то добавить. Что ты хотел добавить? Таксист хуй плёт ебаный. Вот он. Он, короче, не двигается, но... Время его прибытия все уменьшается. Позвони ему и скажи, что он гандон, бля. Алло? Он ты гандон. Он ты гандон. Видишь? Москва, Шереметьево. Это хороший знак. Наконец-то мы сейчас съебемся нахуй. Леха, твои ожидания на поездку? Ожидания? Прогноз? Прогноз? Эрик всех разъебет. Эрик всех вас выебет. Хуйня, труба как труба. Бля, видал трубы попизже этого. А что скажешь об этом самолете? Самолет как самолет. Хуйня, самолет. Леха, ну-ка расскажи, что произошло. Короче, нам пиздец портануло. Мы сейчас сели на вот эти сиденья. Вот. И, короче, они говорят... Посадка окончена. Вот здесь смотри, никого. Нахуй, нахуй. Люблю вот так сидеть. Бесплатный бизнес-класс. Бесплатный бизнес-класс. Я прям посреди него сяду. Побледнел что-то. Сон, чтобы сегодня не так сильно хотеть спать, как это выдавливающий себя сон. Да. Сколько выдавил? Пиздец, ну там пол тюбика на. Чувак мне не ответил. Пожалуйста, при выходе из самолета не забывайте свои личные вещи. Обращаем ваше внимание, что первыми в отзывах приглашаются пассажиры. Он же не говорит по-русски, чувак, ты пидор. Получить информацию о наличии специальных билетов для пассажиров Аэрофлота и участников программы Аэрофлот Бонус на элитных уровнях. Надеемся, что сегодняшний полет доставил вам удовольствие. Будем рады новой встрече с вами. До свидания. Ладно, до свидания. Бум. Ну вот мы на паспортном контроле. Лёх, как обойти паспортный контроль, ты знаешь? Ну, можно перелезть по будке. Я загасился сейчас. Они же просто мост построили с одной стороны. Да. Сейчас просто переезжаем из Дании в Швецию. По воде. По воде. Но в поезд. Просто едем по воде в поезд. Я охуел, когда узнал. Прям будем плыть вот сейчас, как не в тему было сумки. Вот так. Особенно с моей. Сколько у меня? 22 килограмма сумка была? 21,500. Ничего. Как я бы справился? Ну тут недолго плыть, сколько. Ну что, мне нравится, что мы приехали в прошлое, это просто самое... Мы сейчас на 2, как бы на 2 часа больше день наш продлится. Надо так все время лететь в Америку, и все бы никогда не будет завтра. И остаться там жить надо. Вот это да, чтобы жизнь свою не проебать. Ладно, надеюсь, в следующий раз мы в зале увидим, если мы до него доберемся. Да, было бы очень охуенно. Он же ответил, да? Да. Ну, тип-то, конечно, сука, нас напугал. Больше так не делай никогда. Вообще никогда. Это и баллы разобьем. Мы привезли им попробовать пряники. А это, кстати, пряники по-английски тоже пряники будут? Ну да, что-то... Больше, ну ты никак назовешь.
Кейти знает это слово. So what do you think then? How is it? Good? Really good. Yeah. Хлебный дом. Вообще Хлебный дом в первую очередь это очень хорошая марка сладостей, разных пряников и прочих хуйни. Чайная классика. Ну классика она никогда не умрет. Ну да, классика, да. Пряники хорошие, так сказать. Отлично, хорошая обертка. Отличная упаковка, да. Приятное очень оформление. Чтобы можно было видеть, что внутри. Пряники. Да. Ну там много пряников. Вот, пряники называются шоколадные узоры. Вот, я, чтобы вы видели, я не вру. Все, все по-честному. Получается, состав у нас. Пшеничный. По сути, все заебись. Все заебись, все полезное, да. Пиздец полезное, сахар особенно. Ребят, вы что думаете? Да. Да, привет. Вот так, пожалуйста, нигде не делай. Давай, давай. Да. Разъебал, молодец. Хорош. Ой, смотри, кого нашел. Смотри, кого нашел. Привет. Кто это? Кто это? Мы встретились в Мальмо, в Централе. Бежали, короче, да. Да, конечно, мы встретились в зале, ёпта, а потом мы проснулись в 5 утра. Ты тут людям не ври. А потом у нас через одну минуту нам нужно было спешить. Но вот к этому меня жизнь не готовила. Да, мы встали, короче, у нас должен быть автобус через 11 минут. И Мурат такой говорит, что... Ну, слушайте, короче, через минуту надо уже поспешить. Ну, соответственно, мы поспешили через 10 минут и просто бежали в догонку автобуса. Просто вбегаем и вот спели мы. Да. Едем, наверное. Бегать в 5 утра, это как бы, ну, к такому жизни я не готовил. Да, еще с сумками, которые весят больше меня. Тут мы все поняли, что мы не физкультурники. Вообще никто здесь не физкультурник. Лиза физкультурник. Я заебись. Лиза это ценила, как на сборах, да? Я просто, короче, шнурки не завязал перед выходом. Я думал, сейчас... Слышишь, я их на всю дорогу бежал и просто закидывал в этот, я их не завязывал. Я их не закинул. Я бегу, думаю, сейчас, если я еботиной въебусь, просто... Еботиной въебусь, скажи ты еще раз. Еботиной въебусь, если... Че там будет происходить, Кирилл? Там будет происходить жесть. Что я буду происходит? Спать там. Че, Эрик? Че ты? Настрой на победу, только подожди. Настрой у меня на поспать только есть. Победно поспать. Победно посплю вообще. Кирилл, покажи, как это делать. Вот так это делается. Да тут никого нет, блять. Тут никого, наебали. Сука, нет, Мурат, блядь. Наебали нас. Ты наебал, что ли, нас? Нахуй мы приехали, блядь. Нахуя мы здесь вообще так рано, блядь? Мурат, блядь.
Киря, какого хуя происходит? Я не знаю, я ему сейчас глазницы носу, блядь. Samsung Gear. Welcome everybody. I know a lot of you traveled a long way. We got a lot of fabulous and talented people here competing for the last 12 spots in the main event tomorrow. So, without further ado, let's get the show on the road! Начал, ну-ка. Я. Я. Player here, guys, a legend in his own right. We got Pasha, the boss, Petku! Amazing form on that. Going into the swing. Getting into position for a big ending! No tricky on the landing, but he's not done. Flowing into the start of action, showing off his ground. Starting off with a side three, flowing straight down. Все?
Чё заебись, когда ты в другой стране, ты можешь кричать вот так. Давай, бля! Say it again! Охуенно! Разъеби их нахуй! Давай, заверши! Да, вот если прямая была, идеально. Оу! У них, бля, это чё, этот что ли? Зенна. Да. Блин. First up, Valtteri from Finland. USA, Jeff Garrido. USA, Caelan Chan. Scotland, Robbie Griffin. Ukraine, Alexander Titarenko. UK, Joe Skandrit. USA, Nate Weston. Eric Mukamechi. Russia, Kyria Kolesiko. Austria, Alex Schauer. Конечно. Japan, Masa. And last but not least. Бля, должен быть ты. Бля, ёптить. Вы чё? А? Give it up for Kevin Francis. Да ну нахуй, вы не попали, ни один из вас. Eyeballing the bar section to see what you've got. Adjustment for the flyaway full. Really impressed so far. It looks like she's got one more big thing lined up. Aerial full into the game. Little scrappy on the outside, starting up top. The chief gainer.
Sasha now into the pimp flip, straight back up onto the bars. Кого-то сделали в Вагене. Kip up into flyaway pull, flowing right down into a back pull. Make your way towards the middle of the stage. Go alongside into another combination. Flowing down the midsection. Then following down with a big cork out in. Popping into the arm jump, sliding down into the palm. Nice little composition there. Straight into the bars, adjusting. Into the swing pass. Lovely tech move. Into the wall side, sticking her. Я думал, она лучше будет. Eyeballing the cross section. Looks like she's got something planned. Into the dive 360, across the gap. Блядь, нет. Ёбаный. Ёба. Не, не будет, не будет. Finishing up. Делай корт. With the court. Into the roll. Yeah. So clean. But she's not done. She's not done. Round up. Into the side precision. Sticks it beautifully. Into the car. Looking so light on her. Ёбаный. Chopping up. Get ready for the bar. Swing. Straight. Lovely progress. Back into the wall. Boom! Heart! Ring up! Короче, Эрик разъебался их нахуй. И дело в том, что судьи их все равно хуйсосы. Ничего не изменилось. Эрик разъебал их все равно хуйсосы. А ты что скажешь? Что случилось? Саня тоже разъебал. У меня болит спина. Да? Не, поясница. У меня болит? Слышь, осторожно с моей кроватью, нахуй. Ну да, мы, в общем, да, нас заселили в охуенный отель, и вот теперь мы живем. Меня в особенно вон на ту хуйню заселили. Да, Леша будет спать на вот это. Кстати, знаете, что? Мне намного пизже будет, чем Лиза спать. Да, потому что Леха будет спать вот так. Нет, я вот так лягу. Вот так. Нет, вот так вот. Что произошло сегодня? Ой, бля, что только не было, нахуй, я охуел вообще. Там было солидно, пиздец, жалко, что нихуя не сняли. Да, вообще мы хуёвые блогеры, нихуя не сняли, знаешь, слишком был занят. Киря, ты что скажешь? В комментариях, то, что вот эта Элис 13-летняя могла бы сегодня в финал войти тоже. Знаешь, что я скажу? Скажу, пиздец этому маленькому шампанскому сейчас придет. Вот что. Маленькое шампанское, тебе пиздец. Оно просто стояло вот там и говорит, пиздец тебе. Я говорю, блядь, тебе завтра пиздец, короче. Вот я ему вчера так сказал. Ну что, третье место? Ну, да похуй, заебись, приехал, потусил в отеле за бесплатно. Занял третье место. Нормально, да, Лех? Потусуем еще в отеле. Еще теперь в отеле потусуем. Связи, все дела. Заебись. Приехали, просто денег не потратили, по сути. Охуенно. Бля, вот реально всегда бы так, только еще первого, да? Сейчас мы идем на автопаре.
Там будет пиздец, но такое снимать нельзя, это будет слишком жестко, вот. Не вариант снимать. Вот, а потом мы едем завтра или послезавтра, надеюсь, если мы отрезвеем и... Если мы вообще будем живые, то мы едем в Малму и там тусуемся. Вот, бля, тренинг снимаем. В Мальму по-любому завтра еду, ну, вечерком. Да, вечерком, как проснемся. Чтобы в отеле поспать. Да-да-да. Ну все, давайте увидимся скоро.